Итак, приветствую вас на канале Asmodee Play. Мне показалось, ты что-то сказал. Мы продолжаем играть. Так, где у нас? Опаньки. Ну, нет, для начала нам надо здесь поймать этот куб. Так, что-то у нас по записи пошло не так, поэтому сейчас... Так. И вот так. Вот так, ушли. Теперь мы... Положим его сюда, сюда, так, так, так. Спокойненько, граждане. Так. Прыгучесть. Так, синяя. Вот она. Мы уже... Я уже прошел эту игру, но что-то пошло по записи не так, поэтому... Будем с этой комнаты начинать. Нет. На, вот так. Хватит нам на одни и те же грабли наступать. Все. Ай-яй-яй. Как с вами сложно. На, здесь. Полетели. Полетели. Ты точно уверена, что правильно их проходишь? Правильно. Да, ты его прошла, но мне кажется, что есть множество решений, и ты все время выбираешь худшие. Ничего страшного. Нет, это и было решение. А, что я не так делал? Давай. Господи. С какого ж мне придется сейчас начинать-то опять? Ну ничего, теперь, пока, когда я играю на один раз пройдено, уже только что и на записи я иду, я уже быстрее будет. Как ты их проходишь, а потом посмотрю сразу 10 записей. Получится более концентрированный научный продукт. Да, кстати, для этого нужно проходить их в 10 раз быстрее. В любом случае, я не однажды перед тем, как найдешь решение, хорошо? Не хочу испортить тебе финал при просмотре. Раз. Хоп. Взяли. Кубик. Так, а где у нас кнопка-то? Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да где кнопка-то? Так, минутку, подождите. Так. Где ты? Ладно, давайте посмотрим здесь. Кнопки нет. А, точно, мне же тут кнопка и не нужна. На. Все. Теперь. Поехали. Вот так вот. Забираем тебя. Перенаправляем. Сначала я тебя заберу. Так. Для начала мы тебя перенаправим вот сюда. Блин, еще дальше. Сюда. Вот так. Встали.
убрали. Теперь давай вот так вот. Угу. Мне надо теперь... Где-то у меня появился, я не знаю. А, вот он появился. Так. Все очень легко и просто, как рулончик роста. Встаем. Убираем один из порталов. Ты нашла решение, да? Я же просил тебя предупредить. Вот так. Ну почему ты так все усложняешь? Давай. Тут, кстати, сохранение еще не очень. Так. Ладно, надо быстрее проходить. Раз так получилось у нас. Не самоуничтожиться. Я уже все исправил. Запрограммировал напоследок одну встрясочку. Одну или две встряски. Так, для развлечения. Опасность. Перегрев реактора. Мне надо куда? Сюда. Я не монстр, но не обращай внимания на его слова. Проходи тест. Не сюда. Сюда. Так, для начала мне надо туда попасть. Ой. Вот так. Так, поехали далее. Далее так у нас. Сюда. Не так, прошу прощения. Так. Вот так. Проехали. Где у нас там? Не едет, да? Ой, блин, вниз надо-то, чтоб поехало-то. Вот так вот. Смотрим, смотрим. Вот он, куб. Так. Мы тебя забираем, куб. А и еще опять ехать обратно-то. Так, что у нас нижнее? Нижнее едем. Нижнее поехали. Все. Так, куб у меня. А куда мне его? А, мне же надо это... искривить его, только куда? Я уже не помню. Так, так, так. А, вот туда. Так. Сейчас мы куб поставим на место. Нам надо... куб. Сюда поставим. Спокойно. Так. Теперь обратно. Вот так. Все хорошо.
прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Так, по-прежнему ничего, продолжаем. Извини за лифт, он временно не работает, расплавился. Опаньки. Могу пока устроить экскурсию. Слева там какие-то огоньки. Не знаю ничего, но что-то очень точное. Справа там что-то большое летит прямо на тебя. О, нет! Беги! Замечательно. Этого там не должно быть! У тебя все в порядке? У меня все замечательно. Стоп! Ой, не помогает, не знаю. Мне почему-то казалось, что поможет. После всего, что он сделал. Что тебе казалось? Когда мы его победим, можно я убью его? Да вот там не должно быть! Опаньки. Бежим. И вот сюда. Давайте. О, ты жива? Здорово. Готовлю испытание. Для тебя, естественно. Для кого еще его готовить? Не для кого? Так. Так, посмотрим. Выход. Нет выхода. У меня где? Не проблема. Я сделаю выход для твоего теста. А где пупка? Чудесно. Вперед. После того, как ты сказала мне выключить луч, я думал, что потерял тебя. Сходил, проверил остальных испытуемых. Без толку. Они по-прежнему мертвы. Стой. О, ну я кое-что нашел. Кстати, вспомнил, у меня есть для вас большой сюрприз. Он вам понравится. Вот так. Все, куб у меня. Куб у меня. Только тебя не сюда надо. Тебя вон туда надо. Пойдем. Так. Все замечательно. Давай. Колбаса идет. И... Вот так. Прекрасно. Берем разбег. Фух. Подожди, а зачем я сюда? Нет. Маленько не так, точно. Точно не так, вспомнил. Перед тем, как брать разбег, мне надо куб забрать. Так, куб забираем. Пошли. Куб забираем, ставим на кнопку. Открываем портал вот здесь. И открываем портал. Вон там. Где ты там? Так. Вот здесь. Сам это. Давай. Опа, вылез. Теперь вот так вот смотрим на результат рук своих. Разгон. Попали. Вам двоим очень понравится этот сюрприз. Фактически он вам до смерти понравится. Я так и знал. Будет нравиться, пока не умрете. Ладно, не знаю, понимаешь ли ты, что я тебе говорю, но... Я все понимаю. У меня все хорошо, все под контролем. Ну все, он уже не пытается любезничать. Пройду тебя очень быстро. Извини, моя вина. Растяпа. В любом случае, мне кажется...
Продолжай. Вот так. Осталось только три камеры до большого сюрприза. Так, вот здесь вот интересно будет сейчас. О, как это утомляет. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрим. Для начала. Давай. Так. Это для начала. Теперь. Так. Плывем. Самое главное тут не перепутать. Перепутать самое главное. И бумк. Вот и все. Легко и просто. Так, что-то я сделал. Я уж что-то забыл. А, все. Все вспомнил. Вот она. Штучка вот эта. Где-то там нету ничего. Давай. И вот так вот. Хоп. О, хоп. Ты прошла его? Конечно. Хорошо. Молодчина. Непонятно, от чего он так радуется. Не знаю. Он должен быть без ума от ярости, что ты успешно проходишь его тесты. А еще у него для нас сюрприз. Что же он задумал? Не знаю, посмотрим, чем это извращение занимается. Уверен, вам обеим не терпится узнать, что за большой сюрприз вас ждет. Осталось всего две камеры. У нас заканчивается время. Думаю, я смогу вывести нас отсюда из следующей тестовой камеры. Подыграй мне. Сюрприз! Не прямо туда. Сейчас! Да, не туда. Нужно отдать должное. Для маленького идиота, построенного специально для придумывания глупых и ни на что не годных планов, это была довольно умелая ловушка. Наверное, ты уже это и так поняла, но ты мне больше не нужна. Я тут нашел двух маленьких роботов, построенных специально для тестов. О нет, он узнал про программу совместных испытаний. Я разработал ее для исключения людей из процесса дверка. Испытаний незадолго до твоего побега. То ли я здесь ходил. Ничего личного, но сейчас не могу вспомнить. Давай. Вот момент, когда он нас убивает. Привет! Вот момент, когда я вас убиваю. Меня осенило! Я тут висел, качался, собирал стальные пластины и подумал. Да, это... Нет, не делай этого! Стой на месте! Опа! Стой, куда делать? Вернись! А так бы меня убило бы. Он бы меня убил. Не, серьезно, ну вернись, пожалуйста. Окей, я решил не убивать тебя, если ты вернешься. Ага. Ах, только вспомни, как было раньше, когда мы были друзьями, хорошими старыми друзьями, не врагами. И когда я говорил вернись, ты говорила да, не вопрос, возвращалась. Скучаю по тебе. Да, сейчас. Так. Здесь. Я уже не помню. Вот так вот. Не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Это печально. О, у меня идея. Да, папа! Не так. Маленько не так.
Так, это я куда? А. Давай. Опа. Не могу не заметить, вот, что ты не возвращаешься. Это печально. О, у меня идея! Да, да, попалась ты! А нет. Нет, тебе показалось. Идем далее. Так-так-так-так, еще чуточку. Конечно. Не обращай внимания, продолжай побег. Все. Все ясно, это ловушка, но другого пути нет, надо пройти. Давай. А, смертельная ловушка! Конечно. Так. Они убивают тебя? Убивают? Нет? Ха! Это твое продырявленное тело вылетело из комнаты? Конечно. О, это были дефектные турели, да? Точно. Ладно, неважно. Карты-то все равно у меня. И догадайся, какие сплошные фулхаузы. Никогда не играл в карты, надо научиться. Кстати, турели новые, не дефектные. Карет из Ов. Самая сильная рука. Непобедимая, как я понял. Всех вынес. Поехали. Я понял. Умно. Очень. Конечно. Умно. Я старался. И глупо. Стенка с ножами. Вероломство. Блин. Как мне обратно-то засал? Вроде вышел только из этой притягательной штуки. Я понял. Умно. Очень. Стенка умно. С ножами. И глупо. Стенка с ножами. Шреддер. Нет. Да. Так, хорошо. Не наконец, получилось. Наконец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Ну, конечно. Так. Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами. Стой на месте, пожалуйста. Да, конечно. Ну, хватит бегать. О, я почти попал, почти попал. Ничего ты не попал. Ты куда делась? Я вот куда-то убежал. Ты куда делась? Вернись! Вернись обратно! Нетушки. Фигушки. Так. Прекрасно. Там что-то сломалось? Да. О, это настроение. Тебя пришибло? Да. Ах, было бы так здорово, если бы пришибло. Вот ты добрый мальчик. О, да-да-да, меня только что озарило. Я сейчас вернусь, если ты еще будешь жива, я вернусь. Не умирай, пока я не вернусь. Так. Капает, капает. Точно. Мне же вон туда надо. Мне же вот сюда надо. Опаньки. Так. И вот сейчас самое интересное начинается. Где ты? Где? Где? Бомбежка. Давай. Всех их. Разбей. Докуда? Бумк. Еще разок. На. Ну все, все турели, да? Пробиты. Все турели пробиты. Так, теперь
Куда мне надо? Мне надо туда. Мне надо. Сюда. Мне надо. Туда. Вот так. Ух ты. Пошла отсюда. Вот так мы расправились с этими турелями. Ну. Быстро прохожу, не правда ли? Раздавить его было бы слишком милосердно. Конечно. Он проведет год в доменной печи, еще год в криогенном рефрижераторе. Потом 10 лет в специально построенной камере, где на узника орут роботы. А уж потом я его убью. Так. Вот теперь можно идти. Все. Попали. И вышли. Было легко и просто, как вроде просто. Быстро прохожу, не правда ли? Это из-за того, что я уже прошел только что. За то, что не записалось. А, супер, вот и ты. Дай я только уберу этот мостик. Как быстро пошел. Итак, хотел бы с тобой побеседовать, если позволишь. Буду честен, смертельные ловушки до сих пор были недоразумением. Думаю, ты спустишься. И ты уже довольно близко подобралась к моему логову. Да. Логово. Первый раз сказал это вслух. Звучит, конечно, да, смешно, но уверяю тебя, это именно логово. Настоящее логово, смертельное логово. Потому даю тебе шанс убить себя прямо сейчас перед логовом. Просто прыгни под пресс. Это не конечно смертельная ловушка, а как бы смертельная возможность. Вот так вот. Звучит бредово, понимаю, но выслушай меня. Когда ты доберешься до моего логова, смерть перестанет быть добровольной. Оно станет обязательным. Хорошо, будем считать, что нет. Вот и я вышел и побежал. И сейчас мы уже к тебе приедем. Что он тут натворил? Ой-ой-ой-ой. Так, а где мне второй-то делать? А вот. Вот так вот. Все, поехали. Добежал. Допрыгнул, как правильно сказать-то. Если я убежал в сторону, а прыгнул вверх. Совести. Я серьезно, кажется, со мной что-то совсем не в порядке. Ни стыда, ни совести. Так. Вот так. Хорошо. Включи меня, я тебя слушаю, даже если для тебя мы по-прежнему враги. Ну, поехали. Тебе нравится мстить, верно? Всем нравится мстить. Всем нравится. Ну, тут очень интересно так, сейчас так, будет. Так. Добро пожаловать в мое логово!
Если верить лампочкам на контрольной панели, весь комплекс самоуничтожится через 6 минут. Я почти уверен, что это какая-то проблема со светом, но даже если нет, я все равно убью тебя, как мы раньше условились. Да, размечтался. Договоримся так. Разбираемся с тобой за 3 минуты, потом у меня минутный перерыв, и останется еще целых 2 минуты, чтобы разобраться с причиной этого огня. Вот вообще черта. Кроме того, я посмотрел записи, как ты ее убил, и не повторю ее ошибок. Мой план такой, 4 пункта. 1. Никаких порталопригодных поверхностей. 2. Пускаем нейротоксин сразу же. 3. Бомба, непробиваемые щиты для защиты меня, из чего вытекает пункт 4. Бомбы кидать в тебя. Знаешь, этот план так хорош, что я собираюсь вывести себя спортивно и отключить нейротоксин. А, шутка, конечно, доброго здоровья. Максимальная концентрация нейротоксина через 5 минут. Куда ты? Не беги! Не беги! Нельзя бежать! Чем почему? Тяжелее дышишь, тем больше нейротоксинов вдыхаешь! Это чертовски умно! Давай! Дьявольски умно! Нет! А! Нет! А! Как нет-то? Ха! Ты производишь именно такое впечатление, ну, давай, поскольку ты попалась на мою уловку. Ага, только что. Я хотел, чтобы ты провела меня с этой трубой, как будто бы провела по народку. Это дало бы ложную надежду. А! Давай. Взял. Сейчас прыжок. Есть. Опасность. Реактор поврежден на 50%. Повреждение вентиляции. Нейротоксин отключен. Взрыв реактора через 4 минуты. Что произошло? Что произошло? Что это ты на меня нацепила? Что это? Без паники? А, чертовы бомбы застревают. Неважно, я поправил щиты. О, так ты на меня нацепила модуль. Кто тебе подсказал, она? Что не убивает, делает меня сильнее, солнышко. Дурацкая затея. Помнишь, как я рассказал тебе про портальную штуковину, что тебе так понравилось? Честно сказать, давай, я думал, что ты умрешь по дороге. Все другие умирают. Ты же не думаешь, что ты первая? Нет, пятая. Нет, ну шестая даже. Вопроси, что случилось с теми пятью. Давай. Знаешь что? Думаю, мы уже прошли этап галантной сдержанности. Так что я тебе скажу, они все погибли. Ужасающе. Все ужасающе давай погибли. Пытаясь заполучить это куда самое ты устройство, которое ты держишь в своих толстых пальцах. Но ты ведь не такая. Хорошо прыгаешь. Принимай. Давай, на. Получил. Тварь такая. Прекрасно. Вот быстро. Какая ситуация? О, привет, красавица. Меня зовут Рик. Как ты? Развлекаешься? Ты дерешься с этим парнем? Все под контролем? А то тут все горит, на мой взгляд. Читы. Давай, давай, о, давай. Обратный отчет. Ребята, у вас проблемы. Ситуация конечно выглядит очень плохо для такой красавицы. Опасность. Реактор поврежден на 75%. Давай. Отчет времени остановлен. Запущен протокол уничтожения реактора в экстренной ситуации. Комплекс самоликвидируется через 2 минуты. Хватит! Я же сказал тебе не цеплять на меня эти модули! А что ты сделаешь мне? Молчишь! Все время! Молча! Ой-ой-ой! Давай. Распространено ошибочное мнение, что Томас Эдисон изобрел эти знания в 1778 году. В действительности Никола Тесла запатентовал эти упражнения под названием «теслизация». Чтобы сделать фотокопировальное устройство, нужно фотокопировать зеркало. До изобретения аэроплана братьями Райт, те, кто желал летать, должны были проглотить 200 фунтов гелия. Вот до изобретения яичницы в 1912 году на завтрак обычно ели целые яйца вместе со скорлупой или толченые камни. Вот так. Опасность. Реактор поврежден на 100%. Конечно, поврежден. Необходима ручная замена. Че, шарик? Попал? Ясно. Сменный модуль. Вы готовы начать? Неисправный модуль. Вы готовы начать? А ты как думаешь? Ваш туманный ответ истолкован как... Не-не-не-не-не! Ты не понял, это сарказм! Безвыходная ситуация. Где кнопка для безвыходной ситуации? Возгорание в отсеке выхода из безвыходной ситуации выполняется тушение. А, эта штука тут все отмывает, да? Было бы неплохо узнать об этом раньше. Просьба ответственному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Без проблем. Не трогай эту кнопку! Так близко. Нажимай кнопку.
Давай, нет, нажми. Не делай этого! Пункт 5! Заминировать кнопку! Не получилось. Что? Ты все еще жива? Ты издеваешься, да? Ты а теперь смотрите прикол. Ну так вот, я тут все контролирую. И я понятия не имею, как тут все починить. Ты, значит, играешь тут в кошки-мышки, да? Пока люди пытаются работать. И теперь... На. Выстрелил я в луну. Получил. Крошка, картошка. Попал-то как раз еще там, где все собрались. Пустите! Пустите! Я все еще подключен! Я могу втянуть себя! Я еще могу все исправить! Я уже починила. И ты не вернешься. О нет! Планы меняются! Держи меня! Крепче! Это... Шарик, пока-пока. Ну что, удивительно, картошка-маньяк вроде бы как бы изменилась. Смотрим. Давай, сейчас нам объяснит, что она из себя представляет. И вот они, два робота. О, слава богу, ты в порядке. Знаешь, пока я была Кэролайн, я усвоила важный урок. Я думала, что ты мой злейший враг, а все это время ты была моим лучшим другом. Ну, наконец-то. Который я ощутила, когда спасла тебя, преподал мне еще один важный урок. Теперь я знаю, в какой части меня живет Кэролайн. Кэролайн удалена. Прощай, Кэролайн, в порядке. Знаешь, только что, когда я стерла Кэролайн, я усвоила важный урок. Лучшее решение проблемы, самое простое. И буду говорить честно. Убить тебя — это непросто. Знаешь, на что были похожи мои дни? Я просто проводила испытания. Никто меня не убивал. Не запихивал в картофелину. Не скармливал птицам. Очень неплохая жизнь. И тут появилась ты. Опасная, немая, сумасшедшая. И знаешь что? Ты победила. Уходи, в порядке. Да без проблем. Было весело, не возвращайся. Итак, насколько помните, в первой части у нас был тортик со свечкой. А здесь у нас, обратите внимание, будут встречать с музыкой. Это как раз фишка своего рода. Слушайте. И начали. Кстати, королеву сейчас увидите. У них, оказывается, есть даже королева. Что очень смешно даже выходит. Они роботы, но у них есть королева. Такой толстый диджей там за пультом. Своей собственной ракушки. Видите, сзади королева. Ну, красиво поет, красиво. Все ради меня. И вот, наконец-то я оказываюсь на поверхности. И если вы не забыли, у меня в этой игре был один друг, еще, по-моему, если не ошибаюсь, в самой первой записи. Там показывают, у тебя будет друг. И мне его сейчас отдадут. Моего друга выпустят вместе со мной. Сначала вышел я, свежий воздух, пшеница. А вот и мой кореш, Кубик. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока, увидимся в следующих видео.